Всем привет! С вами Некромас. И, в общем, сегодня я решил, так как я на Кали на данный момент, я решил сделать вот этот квестик, который делал Ямато. Как помните, там надо в свампе убивать мобов, короче. И сейчас мы отправимся их убивать. Я тут немножко опять как бы в какой-то степени в минусе, но в том смысле, что я, так как у меня не хватает daily токенов, да, и мне не падают за токены, значит, эти, как его, задания, я, так как остался без оружия, мне пришлось купить пушку, вот такую вот я купил. Вот, заплатил за нее 45, если точно помню. И вот такие у нее данные, 63 эффективность. Да. Она за один выстрел пользует 12 пек. И, как видите, вот, damage 26,8, 53,5. Ну, я, конечно, еще не дорос до нее немножко. И ранг у нее 41 метр. Мне чуть-чуть еще надо ее подкачать. Чего? Окей. Ну и в общем, если не удастся по-другому, будем этих мобов мочить этой пушкой. Ну, отправляемся. Я вообще-то собирался снимать на литовском языке. Хотел пойти с магией поохотиться на снорксноутов. Но эти снорксноуты уже, по-моему, всем надоели до смерти. Поэтому как-то подумал, а чего бы не сделать этот квестик и посмотреть. А что там дальше? Может, там дальше еще чего-то будет? Ладно. Все, хватит. Садись. Садись ты, летучая. Это самое. В общем, так. Ну что, отправляемся. Для начала я одену свою, значит, холодок. Буду прохлаждаться, так сказать. Тик-тик-тик, кого-то вижу. Кого вижу, не знаю. А кто там? Хрен его знает. Ну и пусть гуляет. Так. А это, конечно же, надо сожрать вот это сразу. Да. Иначе никак. Никак. Kill the boss. 800 метров. Что за босс? Вы чё? Я только пришел. А вам сразу босса килл? Это что за такое? Вы чё, думаете, что я тут такой какой-то супер-дупер? Peace of mind. Чего? Так. Пятый левель. Ну пошли мочить этих гадов. Ебадабаду. Сейчас я вас замочу. Весело. Боже, что я творю? Чё? Не понял?
И все уже? Я что-то не врубился. Ну давайте дальше. Вы че? Ой. Да ладно, не смешите вы меня. А это интересно кто? Женщина или мужик? Ой, как светится все. Я так и не понял, ты кто? А этот вроде мужик. О, миник прилетел. Подожди, дай собраться. Это кто, пришелец, что ли? Кто вас сюда пустил, а? Это мое болото. Какого хера вы сюда приперлись? Ты тоже хочешь, да? Ну, сейчас получишь. На, лови. Че не нравится? Я тебе сейчас по ушам надам. Так, что мы имеем? А че вообще нам надо собрать, а? Kill the boss, шмос. Ой. Мама! Я боюсь. Я только не понял, чего мне еще набить надо. Тут что-то должно подрасти, да? Или как? Ух ты. Так, по-моему, чего? Да я не знаю, чего мне набить надо. А я тут немножко нечаянно порезался. У меня немножко кровь идет. Если что. И... подождите, разошлись вот тут. Оу, щит. Подожди. Мы так не договаривались, Ты что, не знаешь, с кем связался, да? Так. Где тут чего делать? Хрен знает. Сейчас запрячемся. Может, нас не видят. Да, не увидит. О, а это то не мужик. Это что за эротика? Эй! На моем канале такого нету. Уйди. Я не... Фу. Не, я для детей не снимаю. Смотрите, они меня почти забили. Ни хрена себе. Ладно, надо разобраться с этим квестом. Какого хрена мне тут делать надо? Хонтвин Атхирекс. Разве это Атхирексы? Где мой квест? Peace of mind. Вот. Get implants from creatures. Еще чего-то надо найти, да? Выбить. Так, как я говорил, у нас заход там 50 с чем-то пет. Оу, щит. Извиняюсь. Ни хрена я не извиняюсь.
Что-то они меня уже начинают грызть. Это какие-то покрепче. Вот в чем минусик магии, что она сблизи так бьет. Есть, конечно, магии, которые бьют издалека, но с ними другое. Они очень медленные. О, опять миник. Они очень медленные, и это самое. Эй, подождите. Я жить хочу. В общем, запиздился, заговорился. Да. Это самое, они очень медленные. Если с большого расстояния, которые бьют, да. Но у них это самое, очень большой дамаг. Еще, как я выяснил, вот я когда-то там рассказывал, есть такая магия Страйк. Так это, оказывается, она бьет. Ну, я вообще-то примерно так и думал, но меня поточнили, что это значит, эта магия бьет по области. То есть набрасываете на какой-то участок, и там все, кто есть, получает по ушам. Там в этой магии там огромнейший дамаг. Просто. И как говорили, она выглядит как этот. Как ядерный взрыв, что-то похожее. Подождите, а может я уже не тех бью? Мне каких-то еще аэтхерексов надо бить? Что-то я не понял. Ну пошли, поищем. Эу. И что такое? Дай развернуться, гадина. Ну ладно, давайте спускаться. Извините за мой опять хаос. Сейчас будем разбираться. Так. Вот я хотел на этих идти. Вообще-то. Но сами видите. О, Снихл даже лучше падает. Сразу какой мини прилетал. Ладно, пошли искать этих других. Потом, если что, вернемся в это болото. То мне надо каких-то 20 аэтерексов убить. Я вообще-то не помню, что это такое. Я попробую проверить. Так у меня скоро магия кончится. Ну, если что, я это самое. На 9 пет. О, это что такое? Дрон. Не нужны мне дроны. Не нужны они мне. Эти металлические выдушники. Да. Походу мне придется все-таки как-то лететь. Успокойся. Не хочу я с тобой играться. Да что ж такое?
Не, ну вот эти их нет. Дебильство-то я не могу. Пока развернешься потом. И нахрена вот это надо? Че это сделаешь, что я типа лететь туда не могу? Ну, с этой стороны залечу, и типа уже можно лететь, да? А с той стороны дерева, там, блядь, ой, извиняюсь, там типа что? Нелетная погода, да? Очень смешно. Типа. Ладно, спускаемся. Я так и не понял, по карте я вроде рядом, а как посмотришь, летим. А в общем, в этом квадрате нельзя летать. Так что, извиняйте, мне придется бежать. Лагар, самам, да знаю я, что самам. Можешь не рассказывать мне. О, какие грибы прикольные растут. О, мама, я боюсь. Сейчас упадем. Бум-бум-бум-бум. Ба-ба-ба-бум. Блин. Моя палочка кончилась, а. Сожрали палочку, это что такое? Давайте 2% сожрем. Сожрем все, что есть. Это кто такой? Так это ж те же самые. Не понял я вас. Я вас, товарищи, не понял. Ну, тетя, ты чего? Готова отдать? Что набила? Так. Каламусой Блубер. Это что такое? Так, там кто-то бежит. Ух ты, как кританул-то. Ну я тоже могу критануть, а? Нравится, как я критую. И куда он убежал? Скажите, пожалуйста. А он куда-то туда и убежал. А куда туда? Что-то вы долго их стреляете, ребятки. Я тут не сдохну, нет? Ля-ля-ля-ля. Бум-бум-бум-бум. Или тут босса этого надо ждать? Я так и не понял. Они, наверное, думают, что тут за Убер прибежал. Бах, бах, и нет. Опять этот блю-блю-блю-блю-блю. Уже 3 этих собрал. Мне таких надо, таких. Mm-hmm.
Ну, бьем дальше. Да-да, знаю, что он не может моим учеником быть. Где тут этот босс? Может, это последняя часть из босса падает? А? Где он вообще тут есть? О. А то я так все расстреляю, без ничего останусь. Спасибо! Ну вот моя новая пушечка. Восьмой левел прокачал этого, и который магией лечит. Жаль искать. Я так и не понял, с кого их убивать. Что она там делает? О, но. Манючище, не кормище, да? Страшенный такой. Боже, боже. Опять мини купал. Давайте мне этот последний надоели. А я точно то делаю. Ну что там, барбарелы стреляют? Бум-бум. У меня скоро патроны кончатся. О, опять миник. Как смешно смотреть на такие миники. Вы не представляете. Когда я уже привык к миникам по 20, 30, 40, 5. Я их сейчас всех расстреляю тут. Может, босс вылезет.
Опять минит. Бум-бум-бум. Так и не пойму, что, или я что-то, потому что я умер. Давайте попробуем вернуться. Если честно, я не знаю, что-то мне с них ничего не падает. Ух ты, бумти. Так. Это не разговаривает с нами, да? А это чё? Он тоже не разговаривает. Так, давайте посмотрим, что мы тут намудили. Тридцать один пять, да? 31.5, и осталось нам 10 почти. Это можно считать 41.5, но мы пока что 10.5 минус. Так, походу я зря вернулся, а? Надо их дальше бить. Ну я помню, вроде там тоже что-то. Чего? Вроде там Ямато тоже что-то там. А это кто такой? Оба. Раньше такого не было. Куда там нам лететь? Ой, сорян. Так, вытаскиваем нашу пушенцию и бежим. Для начала можем даже так сделать. Чтобы быстрее добежать.
эти, как я, не то грибы, не то деревья. Прикольно сделано. Красиво. Ну чё, продолжаем месиво? Да. Так, что это такое? Опять миник упал. Ну, в общем, не знаю, я что-то, походу, не совсем то делаю. Я думаю, вам так было весело. Потом я, в общем, уточню немножко и все-таки эту миссию сделаю. Сейчас просто расстреляем до конца и все. Ну вот, шрапа почти на 31.5. Сейчас этого убьем. И я линяю отсюда. Потом попробую разобраться, что-то я не понял. Мне походу еще одного какого-то
Этого компонента не хватает? Но, по-моему, он с босса падает. А где этот босс, хрен его знает. Или нет, или этот босс вообще там... Надо с этим ходить, эти, как его... Каким-то препаратом. Сначала надо эти собрать. Тогда вам делают как бы противоядие, да? И... С этим противоядием идете дальше. Ну так, сейчас посмотрим, чего мы тут как бы набили, да? Вот. 35 патронов. Да. Сейчас идем смотреть. И тут у нас что творится? Так, ну эти, конечно же, мы не продаем. Это все пойдет на это самое для квеста. Это смешно. Это так. 37 пет, то есть мы 13 пет просрали. Да. Ой, боже. Чуть не продал. Хотя это вот можно продавать, он вообще без маркапа. А другое положим на складик. Где тут склад? У вас, товарищи. Вложим на склад. Бах. Потом разберемся. Что ж, вылазим из этой темноты. О боже, что это такое? Ну что ж, ребятки, девчонки, тети, дяди, в общем, всем спасибо за то, что смотрите, за то, что приходите, за ваши лайки, дизлайки, за ваши отзывы, общение ваше очень приятно, вот с адекватными людьми пообщаться, поразговаривать, какие-то там мысли обсудить, еще чего-то. В общем, вам всем желаю наилучшего, наикрепчайшего здоровечка, да, и наибольшей удачки как в играх, так и в реале. А теперь пока-пока. Увидимся в других сериях. И, думаю, закончим этот квест. Все-таки я пожертвую немножко для него, так как у меня, как говорил, еще на этой самой на аркаде, там на 165 висит все. Пока жду. Ну и кручу вот эти 55, да. Ну а теперь пока все-таки. До новых встреч.